Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Всем привет, друзья. Суббота. Алания. Суббота. Пляж Клеопатра. Мы в районе Аладдин отеля. Время... Ого, уже 5 часов 20 минут, думал, раньше попал. Не попал. Людей много, лежаков еще больше. Лежаков я вот 3 года эти припоминаю, вот столько рядов лежаков, реальных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 где-то рядов лежаков. Я такого не припоминаю, серьезно, даже за 3 года. Похоже, такой аншлаг будет в этом году, в сезон, который, по сути-то, только начинается. Снимаю на камеру зумчиком, чтобы можно было все стороны приблизить. Просто времени сейчас нет ходить по пляжам. Покажу вам сейчас, сколько людей, вы обалдеете. Ну, жара у нас. О погоде можно не рассказывать. Погода у нас каждый день сейчас за 30-ку далеко на солнышке. Люди и влево, и вправо, и во все стороны. И причем я столько людей даже сезон в это время здесь, ну, я имею в виду июль, август, даже самые жаркие, тут столько народу, наверное, не было. То есть такое впечатление, что реально у нас реально нереальный просто переаншлаг какой-то. Где просто толпы. Смотрите, идем по берегу. По всем абсолютно пляжам. Не пишите мне, пожалуйста, что трусится изображение, не маши камеры. Это такая камера, которая невозможно снимать идеально, а зато можно делать зумчики. До самой скалы, от самой скалы и до самого конца пляжа Клеопатры, я думаю. Людей просто реально этот берег никогда не видел столько лежаков, столько народу. Я просто реально шокирован количеством людей, потому что всегда здесь пустые пляжи, пустые места есть. Сейчас тут вообще нет пустых мест. Народ просто повсюду. Вода вроде так теплая, ногой попробовал сейчас. Наверное, 24. Давайте в ту сторону еще, смотрите, сколько народу. Вообще обалдеть просто. Там куча людей. Давайте приблизим. Что они там делают? В кафешке сидят. А яхточка закрылась. Просто нереальное количество людей. Мне просто вправо страшно голову поворачивать, смотреть на то количество людей, которые по пляжам сейчас. Сейчас я немножко, может быть, пройдусь по, ну, совсем чуть-чуть. Просто свободное место вообще нет. Лежаки идут подряд по всем абсолютно пляжам. Людей толпы. И купающихся тоже много, кстати. Сейчас дойду туда, где больше всего купающихся. Просто обалдеть, блин. Реально нету ни одного пляжа, как бы пустого, полупустого. Дальше еще больше. Смотрите, там сколько купающихся. Обалдеть. Кто-то там рассказывает, что нет туристов, нет людей. Хоть туристы, хоть как угодно их называйте, а людей просто вау. Реально, ни одного пустого пляжа. Мужики просто повсюду. Мама,
Мечеть мы прошли. Понятно, что лежаки не все заполнены, но их такое количество огромное лежаков, что вот на самом деле столько их еще по пляжам Клеопатры не было. Но столько рядов, так много. Ну, вода, конечно, уже. Уж точно ее холодной никто не назовет, и в такой воде уже любой может искупаться, в принципе. Хорошо, то она освежает, в отличие от июльской. Сейчас параглайдера попытаюсь еще поприближать. Раньше было какие-то пустые пляжи, пустые участки. Сейчас вот, ну, вот тут маленький, он пустой. Это так, вообще пустых нету. Привет всем любителям пляжа Клеопатры. Вот такая вот, люди, сегодня картина здесь, 21 мая. Мне кажется, есть вода 24 здесь. Ну, собственно, она вчера была почти 24. Смотрите дальше, сколько людей тоже. До самого-самого окончания пляжа Клеопатры, короче, люди тянутся и тянутся. Просто очень много. Вот такая вот картина, друзья, на пляжах Клеопатры сегодня. Всем теплого моря, мира, добра, и попасть всем сюда обязательно, тем, кто планирует, чтобы все получилось, и вы были здесь обязательно. Не 16-го пляжа мы.